витископ. Игрок, играющий на территории Украины, он обязательно должен быть официально лицензирован. Это обязательство по международным нормам. Когда к нам приезжает игрок, даже украинский игрок, который перед этим играл в зарубежном клубе, оформляется переход. Мы получаем клиренс, письмо клиренс, мы получаем согласие федерации на территории, которую играл. Даже, я подчеркиваю, даже если это возвращается в Украину украинский игрок. Значит, игрок, который переходит, на которого приходит запрос из России, если нет возражений клуба, за которым он был, закреплена эта лицензия, бывают случаи, когда есть возражения, тогда клуб аргументирует. Когда в Федерацию баскетбола поступили запросы на переход, ну, мы сейчас говорим о клубе «Мусон», это как бы вот был основной клуб в Крыму, в Севастополе, переход из команды «Мусон» игрока в команду «Мусон», дальше мы смотрим. Крым – это оккупированная территория. По всем международным нормам, зафиксированным резолюцией ООН, это оккупированная территория, это часть Украины. Переход из украинского клуба в украинский регламентируется совершенно другими процедурами. Это переход из клуба в клуб. Таким образом, здесь понятно, что мы этого не разрешаем. То есть это остается вне правового поля. ФИБА тоже не реагирует на эти вопросы. Другой вопрос, надо понимать, что начали пользоваться транзитом игроков. То есть один клуб запрашивает, ФИБА знает об этой проблеме, но ни с какой точки зрения мы не можем отказать. Мы не можем выйти из правового поля ФИБА. Витископ. Спортивное видео.